Уксус приравняют к наркотическому веществу. Сотрудники госнаркоконтроля готовят поправки в действующий закон. По словам специалистов, в некоторых случаях для изготовления синтетических наркотиков используется 70-процентная уксусная кислота, а также ацетон и толуол. Если поправки будут приняты, то химические предприятия, использующие в производстве эти вещества, будут вынуждены получать соответствующие лицензии, а также вести учет оборота ацетона и уксуса.